20 рублей вход, между прочим. А что на минус 10%? На что? На все. МТ-банк. А у меня какой? У меня МТ-банк. Гуляем. Понеслась. Кстати, пользуясь случаем, я хочу передать горячий привет и поцелуи Олегу Эдуардовичу, Армену Рафаэловичу, Олегу Салмановичу, всем нашим прекрасным друзьям. Давайте же уже соберемся играть в мафию. Давайте. Слушай, вечером должно быть вообще красиво, тут фонарики, все дела. Сейчас мы все рассмотрим. Аллея фудтраков, центральный фудкорт. А, ну видишь, мы с тобой наелись. Поэтому сейчас, как говорится... Мы пойдем выгуливаться. Выгуливаться. Я не представляла, что это так масштабно. Что они везде, на территории, какие-то локации. Смотрите, в гамачках можно полежать. Хочешь полежать в гамачке? Нет. А я хочу. Когда еще удастся полежать в ботаническом саду на гамачке? Ну-ка. Идем, положим тебя. Давай. Положить меня еще рано? Торопиться пока не будем. Торопиться пока не будем. Я тебя прошу, аккуратненько. Подмела платьем все или нет? Ну, классно. Но за 20 рублей прийти почитать книжечку, оно, конечно, мне главное не выпустить. Ну, оригинально. Оригинально. Оригинальный вы человек. Ни разу не была на таком мероприятии. В уличной еже. Это уже не первый год оно проводится. Видишь, можно с детками прийти. А, это можно купить. А это можно купить? Класс. Поиграться, купить. Раскрашиваем. Ух ты, как они малюют. Скрипучие. Вообще, я просто в восторге, что такое есть. Теперь понятно, за что 20 рублей. А нас за что? За что нас? А нам-то что? Все цивилизованно. Виси, девочка, мальчик. Организовали по-крупному. Я, конечно, удивлена, что ботанический сад, вот для такого, чтобы здесь народу столько вытаптывало, да? Но, наверное... Хорошо, Сень. Наверное, это как-то популяризирует и сад ботанический. И как-то это дает возможности финансовые, привлечения. О, шашлыком, шашлыком. Ты пошла все-таки на запах? Да. Подожди, подожди, подожди. А, зачем же мы поели дома? Прекрасно. Мать моя, женщина. По-богатому. Совершенно прекрасно. Я ничего не хочу кушать. Вообще. Креветки гриль 20 рублей. Стейк форель 18. Кабаносы 7,90. Пивас. Пивас. Везде можно посидеть, полежать на лежачках. Ух ты! Ом на мой индийский ресторан. Пахнет приправами. Очень вкусно. Очень вкусно. Мы знаем ваш ресторан возле Комаровки. Да. Это хозяин ресторана Ом на мой. Мы печем сегодня хрустящие фирменные вафли. Сейчас мы нагуляем аппетит и съедим какую-нибудь вкусняшку. Вечером, наверное, тут вообще будет огнище. Чуросы. Чурос. Классические 4 штуки. Что, сколько стоит? Не вижу. А я не вижу, сколько стоит. А почем чурос, чутени? 4 штуки 11 рублей, 6 штук с двумя соусами, будет 19. Ага. Вот чурос можно с кофе потом вот взять. Заварного
из заварного теста. Кстати, никогда чурос не пробовала. Какие божьи коровки. Ну, похоже на нас, Саша, из шляпках. Саша! Саш! Саш! Видела там девочки в шляпках? Говорю, похоже на нас с нами. Вон там две божьи коровки ходят. Ой, скоро шосень оденем. Да. Дракончик. Надо было лягушек наших одеть. А у тебя лягуша. Да. Отходим. Отходим. Я уже поспросила. Чурос стоит 11 рублей. 4 штуки. Суши хаус. Ну, идем же глянем ближе. Очень по-богатому. Всего есть. Не просто какие-то бедные траки, а прям вот на любителя. О, класс, фоткаются ребята. Как у вас тут все? Fish and Food, кстати, очень известная история. Суши хаус. Значит, очень престижно место на фестивале уличной ежи. Здравствуйте. Ребята, я не знаю, как вы слюнями не зайдетесь. Везде морепродукты и рыба. Сашенька. Ну как оно может не возбуждать вот эта история? Знаешь, может. Мне не надо. Ну мне кофе однозначно со сладостями. Кофе, да. Кока-кола родная. А я работала в Кока-коле 5 лет. Это сфотографироваться можно. Вау, я хочу. Сейчас мы посмотрим, что здесь делают. Кто следует? А тут только дети? А, взрослых таких теть. Проходите у нас несколько заданий, да? Первая, да. Карта, вторая, третья. Проходите, собирайте наклеечки. Потом можно принести бутылочку Coca-Cola, Fanta, Sprite, да? Так. Показать, мы клеим наклеечки и выиграть призы. Саша, ты где? Прекрасно. Ну, я же не буду участвовать. Ну, я же тоже не буду. Да. Ну, потому что, знаете, почему не буду участвовать? Я за любой кипиш, но так как я работала 5 лет в Кока-Коле, я... У меня уже на Кока-Колу максимально, скажем так, выстроены определенные свои внутренние ощущения. У меня, наверное, лет 5 назад прекратила я как-то из гардероба вещи убирать кока-коловские, потому что да? Да, я вообще вся в красном ходила. Это было полнейшее кока-коловское такое создание. Главная моя работа, первая такая в жизни. А здесь то же самое, ливария какие-то. Петруха, курьеры сдают. Хорошо, давайте соусы не забываем. На булочку соусы. Так. Давайте, все хорошо, не подглядывай. Так, дальше следующий ингредиент. Так, первый бургер у кого-то уже собран. Так, смотрим здесь. Не забываем, что бургер наш надо протушить шпажечкой. Шпажку надо. Бургеры уже веселее. Ой, локация скотик. Тетя гадает, нам туда. Конечно. Шупа фото кота Таро. Что делать надо? Смотрите, сначала у нас просто позитивную энергию. На энергию космоса. Вы должны нашего волшебного шара загадать желание. Загадали. Хорошо. Теперь я вас попрошу сдвинуть любое количество карт. Да. Первая карта предсказывает, что вам в скором времени придет деньги на карту.
А с картой Шоппер будут принять регулярно в виде манибека за покупки раз. Вторая карта предсказывает, что вас ждет какая-то новость ваша. Следующее уведомление на телефоне пришлет вам вашу новость, возможно, про скидки в вашем любимом магазине. Прекрасно. Ну и последнее, самое главное, самая важная карта. Вытягивайте свою руку. Это карта. Да. Это карта любовь. Дождавать. Так что помните, что настоящая любовь приходит к тем, кто совершает небольшие поступки с картой Шоппер. Эта карта становится вам, чтобы в вашей жизни была всегда любовь. В качестве такого талисмана. Держите вашу манипуляцию. Хорошего дня. Это что-то невероятное, слушайте. Прям вытянула карту любовь. Ой, прекрасно. Жизнь прекрасна, дорогие мои. Всем любви. Как ожил ботанический сад, да? Такой истории. Везде все плотно, все, любая кусочек земельки весь облагорожен какими-то локациями. Давай, может быть, орехов возьмем. А ты знаешь, что в ботаническом саду нельзя ничего подбирать, брать, срывать? За 20 рублей можно. Вы посмотрите. Лавка с Wi-Fi и солнечной батареей. Не хухры-мухры. А ты посмотри. Помнишь, мы ходили, были вот эти реберные? Да, и вот реберные. Это вот называется вот там, где делают вот эти ребра. Нет, это, конечно же, не мангал. Забыли, как называется этот аппарат. В общем, тут все это коптильня такая. BBQ, барбекю. Ух ты! Тоже наклонный обязательно. Как здесь, так и премиум гриль-меню. Шикарно. Кубринское мороженое. Банан, персик, апельсин, мороженое. Апельсин. Почему-то белый, но должно быть очень вкусно. А Санечка опять потерялась. Вы видите, как все прекрасно организовано. Везде можно прилуниться, покушать, повеселиться в активности. Боже, сахарная вата. Котик, зайка, мишка Тедди. Да. Чудеса. Не скрытая, она очень открытая. Она очень сливается с вашей одеждой. Да? Мимо чуть-чуть. А как называется вот эта вот история? Техасский смокер. А, смокер. Да, это коптильня по-русски. Это у вас там тоже вторая? Нет, или это вы? Не наша. Там ребята пытаются, стараются. А у вас лучше? А мы уже на опыте. Хотя а как вы называетесь? Ну, почему не нигде? Вот это у нас тоже. А, все, да, технологично. Да, в этом много места здесь. Отлично. Удачи. Дальше направо. Это у вас свои. Смокер. Лизни? Не хочу. Кубринская, апельсиновая. Я там познакомилась с парнями из смокера. И что? Это смокер называется. Смокер. Смокер. Не могу, дорого. Что-то апельсином и не пахнет. Не пахнет, но вкусно. Но вкусно. Какие хорошенькие. Смотри, какие хомячочки. Штаны мокрые, почему? Снимай-ка. Почему штаны мокрые? Саша гипсовая красивая, на нем маслице капать. Если мама дома нету, они что включили? Ну, какие зайки классные. Ммм, какие. Такие милые. А за ним надо ухаживать или он уже сублимированный? Стабилизированный. Стабилизированный.
по сути, никакого ухода он не требует. Угу. Самое главное, это не ставить под прямое солнце. Он живой получается? Уже нет. Уже нет, уже. То есть он обработан специальным раствором, он теперь не растет, не вянет, его не нужно ни поливать, ни обрезать. Здесь уже танцуют. Давай.